Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также Тоха и Пелемеха. И сегодня мы снова играем в BMNG Drive. Всем салют, рад. Здорово, ребят. Ребят, сегодня мы снова с ребятами играем в Бимку. Ну как снова? Мы с Тохой снова, а Пелемеха впервые сегодня с нами играет в BMNG Drive. И сегодня, ребята, у нас шоу прыжки через разрушенный мост. Итак, вкратце о правилах. У нас есть мост, который разрушился, и сегодня мы будем на крутых тачках пытаться перепрыгнуть вот, ребят, такой мост. И самое главное, заработать как можно больше баллов. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Это, ребята, очень важно. Итак, все очень просто. Пока классаете на рандом клавишу, а именно рандом конфиг нажимаем все дружно. И у всех у нас загружаются тачки какие-то. У меня это загрузилось Тахо. А у Тохи Рэндж. Это загрузился Рэндж Ровер. И у Пельмехи пока ждем, потому что сегодня у нас как бы Пельмеха впервые с нами. У него пока кэш нету, кэш пока не скачался, да, поэтому ждем, пока тачка появится. Кстати, насчет рейнджа, он первый раз у нас спавнится. Ой, а в итоге у Пельмехи это Ford Mustang Shelby, неплохо. Итак, мы готовы. Давай, Тох, ты первый, стартуй на новом своем рейндже. Это, ребят, новый Range Rover 23-го, я думаю, что года, прямо самый, да, свеженький. Да, какой-то новенький, но... свеженький, смотрится так. А что у тебя? Хорошенький. У тебя фонарь сзади как-то уже отвалился и как-то на бок так стал, я говорю, странно. На рейнджах это нормальная тема, тут сейчас через нормальная метров тема, 200 да? еще что-нибудь отвалится. Ну, слушай, не хотелось бы, конечно, но, честно говоря, едет, ну ладно. Он на спорте не едет. Ну, слушай, вообще. Скорость вообще, ребят, трэш, там совсем все очень плохо, поэтому... Тоха, полетел и бамс, все, запарковался, да. Ладненько, ждем пока. Так, Пельмех, ты стартуй. Получается, Тоха ничего не зарабатывает. Выбрал там, да, себе конфигурацию. Так, чек сходу неплохо. Повреждение первой передачи на 26%. Это ничего страшного, это бывает. Так, скорость 140-150, нормально. Пельмеха пошел неплохо. 180 есть. Давай. 190, 200. Слушайте, ребят, скорость хорошая. И прям на трамплин Пельмеха заезжает. И полет неплохой, держись. Время пошло, есть минута, чтобы проехать дальше. Он катится на крыше. Но, видимо, не судьба. Да. Да. А, ты, главное, стой здесь и да. Все. Прям ничего не делай. Прям можешь пока за мной, если хочешь посмотреть. Но, главное, R не нажимай. Через теперь, ребят, время для меня, да, стартануть. Я наш Тахо поехал. Но, честно говоря, есть Тахо, которые быстрые. Вот. По поводу этого, ребят, я а не знаю. А что у тебя там в салоне играет? Что там... Играет? Какие-то картинки на задних этих сиденьях. Да, реально? Да, у тебя... А, там это карты, продолжение GPS, понял. Так, скорость 184, давай! Ну, почти нормально. Не нормально. Не, хлам. Ты не докатишься. Да, я не доеду на крыше, ребят, не получится. Обидно. Ладненько, возвращаемся обратно. В итоге в этом раунде получается, что у нас Пельмеха дальше. Поэтому Пельмехе 2 балла, мне 1 балл. Вот так мы сделаем, когда играем втроем, чтобы было все более правильно. Окей, новый раунд, новые тачки, поехали. Я пока себе гружу, пока ребят себе тоже машины меняют. У меня это... Ух ты, что мне выпало, ребят, неплохо. Что там у вас? Смотрим пока. У меня Toyota вроде какая-то. Или Mazda, я не вижу, что за значок там. Так, у тебя там... Да, это Toyota, это Deo, братан. Это Deo Nex. Или нет, но это вообще... Хлеб? Да, у тебя хлеб. Да, у Пельмехи хлеб, у меня получается Ламба, да, а у Тохи это Deo. Это, конечно, интересно. Но, в принципе, пока Пельмеха загружается, Тох, пока ты стартуй, давай, газ, пол, прожимай. Смотрим. Офига себе. Ну, конечно, какой же еще Deo может быть привод? На первом приводе сделать, но что-то такое. На каком приводе? Переднем. Переднем? Да, значит, не получилось, не фартануло. Почти получилось, да. Так, значит, Тоха едет на своей Deo, но на самом деле... скорость тоже такая себе. Скорость, как и в прошлом раунде. Слушай, в принципе, 130. Что Deo, что Рейнджак, знаешь, одинаково. Зачем переплачивать миллионы, если можно взять Deo? А, кстати, он чуть дальше проезжал. Результат. Наверное, из-за того, что легче. Я понял. Хлам тотал, да. Ждем пока у... А, вот, пока, у Пельмеха пока. Загрузился. Давай, Пельмех, ты пока стартуй, короче. Я пока стартую на Урусе. Да, там нету ЕСЦ, поэтому... На газели? ЕСКшка? Серьезно? Ну, было бы... на. Не, ну, там, наверное, какие-то блокировки есть. Там, наверное, есть какие-то блокировки. Должны быть блокировки, но... Просто кубик.
кубик. Просто кубик, да. Я, короче, пока на ламбе, ребят, полетел, там у нас Тоха поставил теперь нам препятствие в виде гномика. А че он такой прыгнул? Только с моста не упасть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты, как ты его объехал. Да, видал? А я, короче, дальше не уеду, потому что мне тут уже кардан. И все, да, сломалось. А Пельмехен разгоняется. Давай! И полетел, даже не коснулся. Чекайте мясо. Сейчас будет мясо. Хлам тотал, я понял. У него все оторвало. Ладненько, новый раунд, новые тачки. Давайте пока грузимся, ребят, смотрим, что будет дальше. У меня это... Ой-ой-ой-ой. Так, у меня хапятый. Неплохо, неплохо. Субарик. Так, у тебя это... О, Суба, слушай, реально неплохая. А у Тар... О, точнее, Племехи, это... Так, опять это RS5, но ты меняй его, потому что нет резины, поэтому меняй на другую. Да. Блин, ну у Тохи, конечно, вообще это Суба очень крутая. Там еще смотрится спойлер, очень зачетно. Два спойлера так-то. Два спойлера, чтобы уж наверняка чтобы ты никуда не взлетел. Да. Ладно, ждем, пока Пельмеха машину себя заменит на другую. О, слушайте, ну М5 у Пельмехи еще на обвесах. Интересный реальный экземплярчик. Ладненько, давай, Тох, пока ты стартуй, газ палас прожимай, смотрим сейчас, что получится у тебя в этом раунде. Так, так. Что там реально? Кью нажми. Кью. А. Кого пью? Зачем? Ага. Передача. Ты так осторожен, ты себе повредил первую передачу на 18%, между прочим. Но ладно, смотрим. Да, это Тоха... всего лишь первая, это я до четвертой. Ну смотри, благодаря спойлеру, скорее всего, ты прям идеально приземлишься, я так думаю. Поэтому. Не думаю. Или я думаю, идеально. Да. Идеально. Почти. И. Ну опять на крышу, серьезно! Да ну нафиг! Колеса. Ой, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ты, да ты что делаешь? Ты посмотри на этого чебупеля, а смотри, поехал. Ну ясно все так, с тобой. Так, можно мне, короче, право на вождение за такое в реале только оформить? За такое? Я думаю, после такого ты бы в жизни вряд ли бы после этого поехал вообще по-нормальному. Если ты там ремни безопасности только не найдешь. Но в принципе ты неплохо доезжаешь, да, и как бы время у тебя есть, ты доехал, заработал. Даже 3 балла, потому что это за первое место и еще к тому же финиш, да. Но опять-таки, если мы сейчас все доезжаем, все зарабатывают по 3 балла. Поэтому давай, Пельмех, пока ты стартуй на М5. Асфальт 8. О, ну хорошо пошла, 1.5 бара дует. Турбина, либо 2 здесь даже, по идее. 2 же, или 4 да. Здесь, подожди, есть турбина, не помню, у М5. 250, 260 почти есть, идеальная. Ой, как идеальный спойлер, полет. Хорошо. Идеально, время пошло. Давай, Пельмеха, держи ее, держи. Держи. Нормально, нормально, удержал. Минус кардан, но это не страшно. В принципе, главное, что есть движок, есть передний привод, поэтому... А, серьезно? Так, давай, выруливай осторожненько. У тебя есть еще 45 секунд. Ты, думаю, доедешь, если, конечно, без ошибок. Ну, смотрите-ка. Смотрите-ка, самое главное, ну-ка, что и Пельмеха зарабатывает 3 балла за доезд. Поэтому как бы все прикольно. Суба доехала, Беха доехала. Теперь, ребята, время для меня. Я стартую на Х5, F15. Поэтому, да, стартуем. Это Х5М. Х5М. Слушай, я такой себе взял. Даже. Ну, выглядит прикольно. Пофиг не М, но хотя бы 30D. Но все равно я больше по старой модельке. Да, по старой модельке. Ну, слушайте, знаю, 210. У меня просто X5 всегда ассоциируется вот именно с такой. О-о-о! Пацаны, ну как бы сегодня. Со старой комплектацией. Нет, ну куда? Все, да, все, выпал с моста. И я ничего не зарабатываю, потому что, ребята, я не смог вырулить. Типа, это считается, что я с моста упал. Если я упал до крайней, получается, как она, стропа называется, да? Ладно, короче, или стропа. Короче, ладно, мы, в принципе, готовы к нашему новому раунду. Пока спавнитесь, Бимкины мы не считаем, поэтому Тоха меняет себе на другую тачку. У меня это М8 выпало, ну или не М, точнее, а... 850 CSI. Забыл, что это. О, за... да, у тебя Бимкина. За марка. У тебя Альфа Ромео и Джульетта. Ну или Джулия, если быть точно. Охренеть, что у Пельмехи. Это Devil 16. Это, конечно, имба. Ладненько, пока ты, Тох, стартуй, смотрим, что у тебя. Да ты лучше бы так не делал, потому что здесь, возможно, скорости не хватит. Поэтому лучше сразу газпол прожимать. Ну, не знаю, не знаю. Ну посмотрим, да, посмотрим. Конечно, такая неплохая. Альфа Ромео это что, это BMW или что это вообще? Я думаю, перелетит. Прям хорошо перелетит. Ну, 170. Нет. Да, я думаю, ну, 180,
Нет, братан, не хватило ей. Не хватило. Сейв можем. Нет, не хватило. Да даже сейва на углу не получилось сделать. Ладно, Пельмех, давай, желаю тебе удачи в твоих начинаниях на этой тачке. Гадю. Поменяю. Давай, давай. Я думаю, что вообще спокойно, спокойно, да, конечно, полга. Это все. Ага, сейчас конечно. По рампе бы попасть. Нормально полетел, ты смотри на него. Главное, что прикинь, и колес уже пролетел, поэтому, ну, ну на колеса, только их нет уже. Так-то да. Но зато да, поэтому. Окей, Пельмеха запарковался здесь. У него там два реактивных двигателя стоит вообще. Можно ехать без колес. Ну, наверное. Ладненько, у меня М8, ну это не М-ка. Ну, короче, ладно, я поехал, стартую. Ля, какая ой. Она красивая. О, еще и реснички эти, глазки. Да, только я вообще поеду сегодня, нет? У него первая передача на скорости 140 переключается. Это норма вообще, нет? Это что за бред? Да, все. Что-то очень странно. Слушай, но скорость неплохая. Неплохая, да. Ну, у нее внешка, кстати, классная, мне очень нравится. Это да, есть такое. Давай, 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 давай. Охренеть! У меня. Прям. У меня там. Прям да, там у меня. Там, короче, я баком шандрахнулся. Там, короче, видно было, что бенз, типа, просто вытек резко. Короче, 2 балла Пельмехи, 1 балл мне в этом раунде. Знатно. Ну, это, конечно, да. Ты спасибо за наблюдение. Ладненько, новый раунд, новые тачки. Пока спавнимся. У Токи Геттер я уже вижу офигенный. Да. Окей. У меня это Феррари. Ой, какая громкая, я пока ее, ребят, заглушу. Очень громкая Феррари. А у Пельмехи это Альфрам. Ой, Астон Мартин. Как он? Вангуиш, как он там? Вангуиш, как-то так он называется. Ладненько, ждем пока Пельмеху, пока он загрузится. Окей, мы готовы. Итак, давай, Тох, пока ты стартуй на своем GTR. Нисмо к тому же еще. Nissan GTR Nismo. Но это прям ля, интересно. Ну, спойлер у него, конечно, как крыло самолета. Здорово. Ну да, огромное, огромное, ребята. Огромный спойлер, но скорость я думаю, хорошая. Я должен четко по прямой ехать, лететь. Ну смотри, у тебя чисто тут куча машин, идеальных со спойлером, идеальные приземления, которые тебе реально хелпуют. Время пошло и... Стоять! Честно, то тебя этот бот спас, потому что ты бы сейчас выпал бы за пределы, и так ты хоть стал, ты засейвился. Нет, я ехал да. по прямой хорошо. Да нет, тебя только несло в сторону, стопудово. Ну я вырулил, я ощущал, что я мог стартуй вырулить. Пока, Пельмех. Ну ладно, смотрим, короче, пока за Пельмешей. Так, ну слушайте, на самом деле... Будто бы есть шансы. Единственное, что в плане, опять-таки, спойлеры здесь реально решают в этой игре. Да, ты перелетишь мост, только вот вопрос в плане приземления. Ну, норм. Время пошло, и Пельмеша выпал с моста, да. Ладненько, теперь, ребят, время для меня. Так, я пока заведу свою эту феру, она очень громкая, поэтому я стартую. А что, я поеду? А я поеду? Нет. Ё-моё, нихрена себе напыльнуло резко, чё? Ё-моё, тепло. Блять, это что-то очень... А что у неё с подвеской? Что с ней вообще такое? С тобой всё нормально, Феррари? Блять, что за... Что за кончилыга? Ты даже не прыгни. Что за кончилыга? Я не понял. А попробуй... Она вообще не ехала. Попробуй не топить. А попробовать, может быть, на другой конфигурации, может быть... Может быть, страду врубить? Чё за... Ха. А потом резко бац и пуляет. Видишь, что она делает? Да-да-да. Так я говорю, попробуй как не, будто не, бы... не топить в конце. Она шлифует, ребят. Она как бы обманывает скоростью. Типа пишет типа 200, но это из-за шлёф. Ага, и всё, и понесло её. Не, ребят, это... Ну, трэш, ясно. Не. В этом раунде 1 балл зарабатывает Тоха, и все получается. А мы с Пельмехой выпали. А ты там, да. Ладненько, спавнимся, поехали. У меня М3, F80. Слушайте, неплохая такая. Звук очень кайфовый. Так, у кого там что-то загружается, сейчас ждем, смотрим. Значит, получается... Ой-ой-ой-ой. Че, мне поменять его? Я на этой херне даже не дают до рампа. Слушай, но я доезжал на ней. Ну ладно. Так я сейчас тоже не доехал на эфире, поэтому бери-бери, да, конечно. Да, шоп-шоп, честно. Боу-боу. Что-то было сейчас такой пролаг у Тохи. Боу-боу. Ну ладно, готов уже Тох, да, получается? Стартуй. У меня что за тачка? Ну слушай, но...
Давай, 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 давай. Тоха, я в тебя верю. 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 Тоша! Ты капец его просто развернул, погоди. Он давай так, пробуй странный. Еще раз. Пельмех, пока ты стартуй, пока там Тоха пробует. Стартуй пока, Пельмех тоже. Смотрим пока. У тебя это бронка, да, у тебя бронка считается. Он едет, погоди. Да, он должен ехать, но он типа он так, по чуть-чуть поедет. У тебя только регуляры да. яйцов, больше ничего нет, да. Поэтому, ну... Ну, как тебе сказать? Ну, не спеша, идеальная тачка для пустыни где-нибудь, но для прыжков нет. Ну, а как бы, знаешь ли, не каждый раз там удается в Феррари, поэтому... Мимо. Что, Тохе? А, понял, Тоха выпал, я понял, хорошо. Все, Тох, получается, попытка твоя ушла. Да. А я, получается, смотрю пока за Пельмех, и Пельмеха едет, но это не 125, нет, но это... Без шансов. 130, это как Deonexia. Да. Нормально. Бам. Нормально, нормально. Ладно, время для меня на М3 проехать, ребят. Поехали. Ой, какой звук хороший. Звук нормальный вообще, хорошенький. Реально хорошенький звук, поэтому скорость вполне себе неплохо набирается. Вот еще чуть-чуть баса прибавить. Уф, для вообще да, такой да, прям, да, прям да, 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 да. 210 есть, полет. Ты что, хорошо, идеальное приземление. Да, да, да. Что спойлер, за пушечка? Минус кардан, ребята, но я доеду. Я доеду до финиша, и это самое главное. Потому что, ребята, мне нужны баллы. Я баллы заработаю сейчас, и все будет хорошо. Без заработаю кардана, еще экстра балл за то, что я... Да. У меня как бы есть повреждения, но я доеду спокойненько. Не, да. Хорошо едешь. Даже хорошо. Если сейчас он взорвется, ну, движок в смысле, я доеду. Да, все по кайфу, ребят. Все с кайфом, по кайфу, и я бамс доехал. Окей, ну в раунд новой тачки. Давайте пока, пацаны, спавнимся. Значит, ждем пока мы... А, вы уже, да, все, понял. Клацаем. И у меня это... Ой, господи. Это, конечно, интересная да ситуация. Ладно, мне опять раньше выпал. Тот же. Что а, реально? Да, слушай, ну возможно цвет. Другая конфигурация. Еще такое возможно. Потому что... Оставляй его, потому что возможно реально другая да. конфигурация. Пока ждем тачку у Пельмехи. А в итоге у Пельмехи это Golf R. Слушайте, он так-то прикольненький. Так, если по-честному говорить. Прям он хорошенький. Ладненько, пока Тох, ты стартуй. Давай, смотрим пока за тобой на рендже. Вопрос, тот ли Range Rover, который был у тебя? Ну, либо я думаю, другая так же 135-140 будет. Ну, смотрим, значит, 110 есть. Но на самом деле, прям, ну, лентяй. Как будто это 1.8 впихнули в огромную машину. Че он так не едет вообще никуда? Он вообще не едет. Третья что, передача, что как первый, будто он что, должен крутить. Что вот этот? Ну, слушай, почти 150 было, короче, но ясно. Почти полет выпал, и... Да. И бамс, все, прилет, я понял. Давай, Пельмех, пока ты стартуй, смотрим. Ты у нас, по идее, перелетишь. Гольф должен, да. Гольф перелетал у нас. Ну да, он и турбо дует, короче, поэтому все нормально. 1.3 бара дует. Если бы он еще на спорт поставил. А, он уже на спорте. Ну, у меня он синеньким, не знаю. 180 есть. 190 есть. Полет хороший пошел. И. О, как больно! Крыша ноу-ноу-ноу пишет. Минус передняя ось, в принципе, полностью. И все. Прозрачный капот. Все. Нормально. Стал, да. Время, ребят, для Тайкона, да необычного Тайкона. Стартуем. Палайс комплектишн. Ну да. Комплектишн, компетишн. Комплектишн, да. Я бы еще чем-нибудь сказал. На самом деле 220, 230, 240 и полет нормальный. Ну так-то неплохо себе едет. Пельмешечку обходим мы, и, ребята, в итоге я... Без правого колеса переднего. Главное, что мост проехал, то есть то, что я выпал, уже считается да. как то, что я доехал. 2 балла мне, 1 балл Пельмехи в этом раунде. Друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. И также играйте вместе со мной. Ребят, вся информация по тому, где я играю, есть в описании в Телеграме. Ссылочка там находится. Всем удачи, в Инстаграме тоже. Пока.